Добрый день всем. Рад вас всех видеть. С переводом. Ты готова? Да. Добрый день. Добрый день. Рад всех видеть. Да. Два слова. Что кажешь саму две думи? Вчера случайно включил телевизор и посмотрел фильм. Вчера случайно пустил телевизор и погледнах один фильм. Американский фильм «Молодой парень», американский карьера, фильм, молодежь, любовь, карьера, любовь, рост, рост, здоровье, здравия, радость. Радость. И вот самый радостный момент – прыжок в воду. Наирадостный момент. Пятый, шестой позвонок в дребезги. То есть качава вудата. Инвалид. Прешените се чувват, то есть става инвалид. Става плач, трагедия. Слезы, злость, плач, ненависть, усилия, работа. Умраза, работа, и в конечном усилия. Итоге победа. И в крае победа. Научился жить в независимости на коляске. Той се научил да живее в на кличка, работу пошел, обаче независим. Бизнес. Той отиде на работа, женился, има бизнес, ребенок, оженился, има но детей. Но через колоссальные усилия, но через много усилия и слезы. И слези. И я вот сижу, думаю, вот молодец какой парень. Я сидя и мисля, браво на мучету, че преодолевает. Тяжко, очень че тяжко. Преодолял. Очень тяжко. Много трудно было. Когда осознаешь, что вот один случайный шаг и вот такое вот че? Трагедия. Можно когда направишь случайность, но я думаю, да, тебе многого не трагедия. Хватает. У тебя нет Бога. Тебе нужен Бог. Бачи, Святой Дух. Бог. Тогда Святе была Дух. Другая ситуация, потому что написано. За ранами что Иисуса пищи? Вы исцелились. Через ранение ты на Иисус Христос ты исцеление. Ты мог биться по-другому, мог быть с Богом. Ты Чи мог бы дать место Богу в своей жизни, и у тебя была бы другая жизнь. Богу в свой живот, и все, что ты ждешь, по-друг начин. 20 лет почти я верующий человек. 20 години сам верующий человек. Почти 20 лет назад я дал Богу место в своей жизни. Почти прийти 20 години, да, дух место на я Бог сказал, в мой живот. Я сказал, когда услышал Евангелие, я сказал, я принимаю тебя. Я скоро чух Евангелие, то казах, что ты приемом. И я иду к тебе навсегда. Yes, чтобы, да чтобы жить с тобой. Чтобы жить с тобой во всем. И мне дали Библию, я начал ее читать. Да, духами Библии я започнах, да я читаю. И я все время старался верить в то, что написано. Я со страхом доверял в то, кое тут пишет там. И вот в этом месяце мне исполнилось 75 лет. В тот же месяц, на тот же месяц станах на 75 лет. Да, години. И я вот думаю сейчас. И сейчас я мысля. Я знаю, что я спасен. А знам, что сам спасен. Что не ад ждет меня, а другое место. Чем я учакване ад, а другое место. Я знаю, что мои грехи омыты, и я прощен. Знам, что мои грехи омыты, я сам простен, и сам нов человек. Я знаю, что я исцелен, потому что так написано. Я знаю, что сам исцелен, за что тут такая пища. Я знаю, что надо помнить Господа Бога, и Он даст тебе силу приобретать богатство. А знаю, что треба помнить сила-то на Господа, то, что мне дава силы, да, с издубивом, с богатством, то я знаю, печелих доста богатству себя. Что в соответствии со словом моя семья находится под защитой и Бога. И в соответствии со словом то мое семейство се намира под защитой-то на Бог. 51 год я прожил вместе с своей женой. 51 мы оба христиане. У меня двое детей. Два мало христиане, имам две лица. У каждого есть спутник жизни. И всякий у тебя есть спутник на свой у живот. У каждого есть недвижимость, ты деньги, имут, успех, успех и дети. И има деца. Пять внуков. Имам пять внуков. Все живы, все здоровы. Все живы и здравы. Не все пришли к Богу, но не я знаю, при ибо Бог, написано. Но знам. Ибо написано. За что ты пиши? Спасешься ты. И спасется ты, дом ты спасишь, твой. И нужно дом, терпеливо ты верить, продолжать Треба верить. Треба да продолжавам и да вярвам. Просто я дал, оказывается, я дал Иисусу Христу место в своей жизни. Час дадух на Иисус Христос бизнесе, место в здоровье, свой живот. В отношениях, в, бизнес, в семье, в любви, в общении с людьми. У меня есть богатство, у меня есть три церкви. Имам три церкви. И там множество братьев и сестер, которых я люблю, которые меня любят. Сестры. И по всему миру таких братья, братьев сестры, и сестер убичат, множество. И они христиане. Има я в семье братья, Бога. Сестры, христиане, куйтум... Только потому, что я дал место Богу. За что ты оздадух место на Бог в свой живот? Я считаю, что мы бесценные люди. И смятам, че хората са бесценни. Потому что у Бога написано, у Исаия написано, за что ты при Исаия народы пиши? Как ничто. Народы, как пустота. Като ништо, като народы как ничто, как пустота. Народы като ништо, като празнота. Потому что они верят не в Бога, а в пустоту. За что тут те верват не во в что Бога, они верят, в празнута. Такова их и ценность. А в то, верват, мы и сами по себе ничто, но мы верим в Христа, но, и мы верим в великие Христос, люди. Тогава сме велики хора. Мы сонаследники Иисуса Христа. Мы сонаследницы на Иисус Христос. Только по одной единственной причине. Само по одна мы причина. Дали место
ние сме дали място Иисусу Христу на Иисус Христос в нашите животи. И в нас селился Дух. И в нас се е поселил Духа. Тот самый, о мы сегодня говорим. Този Дух, за който пяхме днес. Вечная слава всегда и всюду. Я во вторник проповедовал в интернете и... Во вторник проповедовал в интернет. Вспомнил историю по ходу дела. И с этих за историю... Я говорил об осуждении и вспомнил историю. Говорих за осужденные и с этих за одна история. Многие ее знают. Многие я знаю. В Америке девочка молодая. В Америке одно молодое за ней заехали вечером друзья. Вечер на большой американской красивой блестящей машине. Американская хубава кола. Веселые друзья, весели мальчики приятели, и девочки, такие же, как она. Мичида, как и говорит, поехали с нами гулять, и, кататься. Ты казва, ты с нас, да се расхождаме. Мама говорит, поздно, не надо, а майка, ты казва, не ездит. Вече е късно, не утивай. Она говорит, мамочка, они хорошие ребята. Но момичето казва, нека, и мама вышла провожать, добри, и видит, они выпившие. Обаче майката излиза они веселые. И видит, что те са пьяни, те са весели. И она говорит, не езди. Мама! И майката казва, не утивай. И она уселась в машину. Момичето все пак утиде. И мама христианка сказала им, ребята, только осторожно, Христос с вами, и майка стал за них молиться. Не мавайте, Христос с вас, и почему да се моли за тях. А они сказали, для Христа твоего у нас в машине Убачи, места нет. Убачи, те сказали, че за твой Христос няма място в нашата кола. Мы никаких Христов не верим. Не верим мы в Христос. Ну, правда, если что, в багажнике только. Само в багажник има място. Ему место. Него вот място и там. И они уехали. И те са заминали. Они веселились. Те са се забавлявали, пили са. И слетели в обрыв. И са паднали в... Вот так. Извън път са и паднали в машину пропаст. Достали, и когато са извадили колата, то извлечь что-нибудь было невозможно, потому что это был сгусток такой. Невозможно железо, было мясо, да, и крови, и мозгов, и кишок. Всичко е било като едно цяло с железо, мозъци, тела, всичко останало едно цяло. Единственное место, которое осталось неприкосновенным, единственное место, което било это крышка багажника запазено, и сам багажник. Самия багажник бил запазен. Ни одной царапины не было на крышке. Нямало и дръскотини върху багажника. На капоте на этом, или как он называется? Нали, на тази капачка. На капака. А когда открыли эту багажник, то там почему-то лежала решетка с яйцами. И там имала, полная имала яиц. Одна решетка с яйца. И ни одно яйцо не разбилось. И ни то одно яйце не се счупило. Потому что там был Христос. За что тут там и бил Христос. Ему уделили место в багажнике. Дали саму място в багажнике. И он не стал обижаться. То и не он убедил. Просто показал им всем. Если бы вы были... Дали мне место в машине. Просто я показывал, как вы были бы живы. Дали место в кулата, вы чахте да уцелеете. Но вы отправили меня в багажник. Мы сложили багажник. Яйца. Яйца-то? Целые. Все цели. Надо задумываться. Треба да се замислим. Приходят такие мысли, когда тебе не обязательно 75 должно долбануть. Идут такие мысли, не задолжительно треба да си на 75 години. 38, 42, 38, 45, сколько бы ни было, 22, надо задуматься. Только потому что Иисус само за что-то Иисус е в теб. Потому что ты дал Ему место в своей жизни. За что-то си дал место на Него в свой живот. Ты можешь претендовать на то, что написано в Библии. Можешь да претендируешь на то, что написано в Библии. И нам остается только верить в то, что написано в Библии. Само остава да вярваш в това. Аминь. Аминь. Слава Богу. Слава на Бога.